Мы сейчас едем по центру города, и сегодня мы поговорим о таком важном ресурсе города, как автомобильные парковки. Вот вы посмотрите, вот по мою правую руку, я по Маркса еду на всякий случай, по улице Маркса от площади Кирова до площади Ленина. И видите, вся улица заставлена машинами. Они стоят бесплатно, а ведь это ресурс города. Город 300 лет существует, он эти места завоевал, как дорогие места. Никто за них денег не платит. Согласитесь, что здесь есть какая-то несправедливость. Особенно по зиме мы это очень хорошо чувствуем, когда сужены улицы, когда проехать невозможно, создаются бешеные пробки, мы опаздываем на работу. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – экономическая. Вот в центре города можно собирать городу достаточно серьезные средства в свой бюджет. Ну, хотя бы для того, чтобы помочь окраинам. Причем это оформить можно, там есть бездна способов. Начиная с того, как в Америке стоят какие-то митеры, ты просто бросаешь, ну, там, $1, да? И этот доллар идет там в бюджет того мегаполиса или города, в котором он установлен. Заканчивая последними возможностями, это когда идет машина с камерой, она просто высчитывает, смотрите, все же номера видно, она просто вычитывает. Вот еду сейчас по улице Дзержинского, вы посмотрите, что творится. Почему здесь встали эти машины? Мне сейчас надо, например, в поликлинику прийти. Я это не могу сделать, потому что вот она здесь находится, первая поликлиника. Я уже попадаю в пробку. Я не могу нигде припарковаться для того, чтобы посетить. Хотя, например, парковка часа, ну, мне достаточно часа для того, чтобы прийти к врачу. Стоить будет, ну, я не знаю, ну, 10, 20, 30 рублей. Но надо так, чтобы у меня была такая возможность. А здесь же сейчас, ну, скажем, припаркованы люди, которые живут где-то, может быть, комфортно за городом, а сюда приехали, у них тут офис, они поставили на весь день машину. Город должен получить деньги за то, что ты хочешь вот так комфортно парковаться. Согласитесь со мной. Вот я сейчас переезжаю. Смотрите, как сложно проехать. Здесь тоже все заставлено. Это мы уже проехали улицу... Что у нас тут было? Ну, не суть. А в том, что это, повторюсь, с чего начал. Это серьезный ресурс, богатейший ресурс города. Платные парковки. Весь мир зарабатывает на этом деньги и облегчает жизнь вот даунтауну, сердцу города. Почему мы это не делаем? Почему город не поднимает, с ним трудно нагнуться и поднять деньги? Причем, вы знаете, ведь это же даже не обязательно все делать самому, городу вот заводиться. Да объяви просто муниципальный заказ. Кто из частников захочет там использовать свои какие-то ресурсы для того, чтобы вот так считывать? И будем с ним делиться деньгами, он городу и себе за работу. Все это несложно, но, по-моему, город давно должен на этом зарабатывать средства. Вот это сейчас я по Титова еду, вот по правую руку, посмотрите. Вот депутат приедет, вот где он припаркуется? Негде. Я думаю, вас не удивляют эти картинки. Согласитесь, что в 2021 году уже пора с этим вопросом разобраться.